Всем привет, ребят! Сегодня я сделаю разбор на песню Дархана Жиза «Иде». До этого я делал кавер на эту песню. Там была гитара, я, болгарка. Но многие захотели прям получить разбор, поэтому вот разбор для вас, ребят. Аккорды следующие. G, D, M. Ем, ди. Думаю, вопросы были насчет разбора именно в том, как бой делать. Вот. И бой, в общем, следующий. Это правдивый аккорд, вроде бы я слушаю, нормально звучит, похоже на оригинал. Вот, теперь в медленном формате сыграю вниз, потом получается вниз, вверх и вниз, еще раз получается вниз, вниз, вверх, да, вниз, вниз, вверх, вниз, и все. И вся магия, в общем. Басан жолымды, айнала золымды, бірақ көрсетпе жөзімді мұнында. Бөлікті бірді, бірімді мұнды тексе. Вот, я заметил то, что я когда пою, то я начинаю делать больше ударов. Давайте повторю, и потом попробую разобрать. Я делаю, получается, вот так вот. Вместо раз, то есть раньше было вот так просто вниз, вниз, вверх, вниз, теперь получается стало раз, вниз, вниз, вверх, и еще глухие получается, вот, вот, то есть я два удара получается бью, но струны не зажимаю, просто вот на них держу, чтобы они не звучали, и получается такой звук. И последний удар, опять звучный. Получается вот такой бой. Вот, ну, можете, в общем, со звучностью поиграть, посмотреть, может быть, вы еще захотите какой-то другой бой делать, но в моем исполнении звучит так, вроде бы гитара похожа на исполнение Дархана. Вот, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, вдруг они смогут сыграть эту песню и будете весело проводить время. Рахмет!